Это скрип. Парам-парам-пам-пам. Ура! Факт о тебе, который вызвал бы сильное впечатление на 4-летнего ребенка. Так. Ну, да! Это не мой ответ. Кьютерн в голове. Чем, по-твоему, занимается сейчас твой бывший одноклассник Задира? Почему бывший? Три слова, которыми можно описать и отца, и цирк. Итак, посмотрим. Какую цель вы преследуете в жизни? Трудный выбор, и так как принять. Совершенно согласен. Как вы ведете себя, когда находитесь под давлением? Блин. Не, ну, я не против. Почему вы ушли с прошлой работы? Да, я слышал. Как наша компания может создать молодежную атмосферу? Это именно то, что мне хотелось услышать от вас. Я сомневаюсь. You stupid. А потом он сомневается, а потом он думает, почему у него каждый стрим 18+. Блять. Посмотрим, что у нас есть. Последняя чего? Страница вашего большого. Сейчас стола нахуй обосрался. Скажите мне. Что-то впервые это увидел. Я никогда не видел это. Я это смотрите. Я не хочу, чтобы ты умирал. Никто не хочет, чтобы я умирал. Только я. Только ты? Да. В конце длинного трудного дня. Нет. Я сказал, никто не хочет, чтобы я умирал. А. Ну. Да. Охуеть. Да я просто не расслышал. Зацепить трубку с утроса. Класс. Второе, это превосходнейшее. Иронично, что это не мой ответ. Если бы он еще от меня был. О, и чат согласен? Синергия. Киуми. Мое внутреннее состояние. Вау, меня как будто... Да. Как получить визу? А и гражданство. Отлично. Отлично. Мишутки, мишутки. Это скрин. Подвигами я не славлю. Охуеть. Наиболее... Подвигами я не славлю. Это самое смешное, что я когда-либо в жизни видел. А, Макс, это ты зашел? Я только, я по нику понял, Кил, это ты что ли? Исказил ваши слова. Я только сейчас понял, что это ты написал. Это ги... Господи! Меня подставили. Давайте посмотрим. Ху! Еть! Это превосходно. Первый раунд 770 очков. Как вам такое? Блин! Блин! Великолепно. Давайте посмотрим на результат. Блять, кто курит, кто засовывает? Мне банан нормально даже съесть нельзя, а? Сука, чат извращенцев, чат это пиздец. Да, 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 да. Будет. Это не со мной проблема, это с вами проблемы. На А. Ха-х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 а-
Мы это уже прошли. Не, я сам не знаю, зачем. Я выдал реакцию, при том, что я сам же это и задумал. Лично. Надо было про Токио пошутить. Кобылочку, что ли? Почему именно Макс постоянно тема про СВО и Россию падает? Мне вот интересно. О, нет! Нет! Чего? Нет! Чего? Я увидел, кто это нашел! Ну здравствуй! Мы ждем вас. Я не удивлен, вот этот человек может и смешно, и 50 на 50 сделать самое прикольное. Я его боюсь. Страшно. Да я понимаю, почему. Да. Тихо ты! Чё я-то? В чат собрался. Я не тебе, я в чат. О, давай. Я не против. В смысле, давай! Все, вот после такого чата и таких вопросов мне нужен банан определенно. Охо. Ну да. У вас есть монокль, который показывает всю информацию о человеке, на которого мы смотрим. Через монокль видно, что у него... пистолет. Это. Вы скажете ему? Блин, ну за то, что он влез в очередь, можно, так сказать, и поплатиться. Last игра? Не, посмотрим. У нас тут только началось, наверное. Веселье. Блять, учитывая, что он зашел, веселье только началось, вот, я тебе говорю. Это только начало. Ради мамы на все? На все. Жизнь вашей мамы в большой опасности. Единственный способ что? Спасти ее, делать это... Нет! Чья мать? Ваша, там ваша, написано! Ваша, блядь, там... Ошалеть! Как ты день такой? Я же говорил, что я просто напишу самую ужасную вещь. Это ты! О, господи. Ваша мама решает остаться. Нет. Ночью сказала это. Вы скажете ей об этом за завтраком. Прекрасно. О боже, я в чат посмотрел. О, класс. Блин, почти, кстати. Но... К сожалению, голограмма будет изображать, как вы делаете это. Иди нахуй, Ваня, иди нахуй. Сумасшедший ты человек. Ты не человек. Где минусы? Справедливо. Блядь, где корвалон? Почти половина. Машину с рекламой стриптиз. Или машину с рекламой. Моего бусти. Бля. Стриптиз. Блин, ну я так. Я так и знал. Господи боже. Сам себя не похвалят. Вот. Перед вами два варианта. Деревенский кузнец или это. Да! Стример, вы видели видосы с стримерами из 13 века? Да, я неправильно прочитал. О, это сработало! О, спасибо. Неужели я где-то победил? Я отправлю код Нуриану и Максу. Артём и Макс. Нихуя себе! Пофиг! Они должны поиграть. Блядь, это что, основатели против чата, блядь, или чё? Так и есть. Чизбургер, извини, а кот ему забыл дать. Сука, больше не лежат, блядь!
4 свободных места! Ну вот базированные игроки зашли. Ну, кроме последнего. Охренеть! Великолепно! Синергия! Какую ежедневную цель вы ставите перед собой? Отлично! Отлично! Сколько вы можете поднять? Класс! Офига себе, серьезно? Синергия! Я пересматривал запись, у меня вообще-то, господи. Ага, ну понятно. Ой, да. Какой вопрос вы бы хотели задать нашему генеральному директору? Отлично. Отличный вопрос. А он тебе в ответ этим же, да? Вот забавно будет. Какая ирония! Какая ирония, правда. Что заставляет вас плакать? Я до сих пор плачу. Она ищет всего лишь! Ну все, ну... Тихо. Огромный орел, терроризирующий офис, схватил нашего самого маленького сотрудника. Вы столкнулись с вашим менеджером в нерабочее время. Как лучше всего будет поздороваться? Блин! Блин, 50 на 50. Это мы оба. Иронично. Ну, ответ смешной, согласитесь. По факту. Синергия. На дворе март, а в офисе все еще стоит елка. Как вы... На дворе июль сейчас будет уже. Синергия. Ай. Отлично. Превосходно! Проголосуйте за лучший вариант. Нет, в смысле? Нет, только не... Нет. Ладно, ладно, только мило главное, чтобы это было. Нет, ну... А. Все, ты сказал, ты согласился. Нет. Почему, Вань, почему я против тебя обязательно попаду, блин, и у тебя будет еще и смешнее ответ, чем у меня? Ну, конечно. Сделайте миленького Бобика. Все, большего не надо. Ты не понимаешь, ты сказал, видишь, он ничего в чате не пишет, он уже рисует. Нет. Что такое фурсьют? Ахмед, как не тебе знать, что такое фурсьют? Ты угораешь? Ты должен отвечать. Битва века. А за что голосовал? Так, кто же победил? Да ладно, я победил? Да нет. А кто? Блин! Я так был близок. Но учитывая, что у вас два АФКшера, основатели все-таки побеждают. Реально. Топу. Стримосатра лучше, чем Витька. Факт. Факт. Нафиг этого Витька вашего. Оказывается, русалочка попросила себе не только ноги, но и это. О, нет. Ну, как, блядь. Окей, сделайте кого-то из них счастливым. Тимэнда. Размер, так сказать, имеет значение. О, да. Это не клавиатура, это бутылка была. Худшая замена конфетти, которую только можно найти. О, рифма, я только хотел... Ветин! О, господи! Я не понимаю, я сегодня... Я сегодня пришел на кладбище и раскапывал, и что происходит, а? Реально. Залетаю? Ну, если получится. Блин! Ну, конечно! Ну, конечно, это ты! Что, по мнению твоей мамы, означает рофл? О, боже. Блин, противотанковая мина. Потрясающая вещь, которую хотелось бы видеть вместо темноты, когда моргаешь. Лемеон! Команда, которую понимает самая умная собака в мире. Вообще тут посылки под вопросы теперь делают. Бобик, пиши фан! И фаспорта! Я не знаю, что лучше. С
самый радикальный и абсолютно экстремальный способ извиниться. Ультрахвист! Что делает Дед Мороз 2 января? Дорогой Сатроэнд, я приготовил вам подарок в виде фантика. Не надо таких подарков! Не волнуйся. А, ну это то, что ты только что сказал, да? Друзья, выберите свою любимую смс-сообщение, которое можно получить от Фиксика поздней ночью. О боже. О боже! Три вещи, которые точно не хочется почувствовать своим плечом. О боже. Мой адвокат стоит за тут, вот действительно. Идеально. Заслуженно. Единственные три вещи, необходимые для выживания, это... Ага. Ну вот и 117, собственно, господа. Не загрязи в князи. А я себе пойду пока сумочку налью. А я себе чай налью. Подожди. А кто с моим ником зашел? Вернее, кто за меня зашел? Что? Это этот, Нуриан. А? О боже! Блин. Второй должно было победить, на самом деле. Это не заслуживает выиграть. Скиллы еще, правда. Это кошка-девочка. Определенно. Чат, серьезно? Оба им написано, ну конечно. Begin the tournament. Раунд 2. Ну, сам нарисовал, сам сделал. Keep yourself safe. Гол! О, финал раунд, гайз. Ну, полагаю, за что заспамят больше. Ну, давайте посмотрим. А, зрители не могут. А, нет, могут. Великолепно. Presenting your champion. Ну блин, ну не грусти. Не грусти, у меня половина органов в теле болит. Тихо. Мне даже страшно спросить, что там произошло. Дайте мне один раунд выдохнуть, потом можете заново продолжить. Скоро рожать. Скоро рожать. Ну от таких реакций, походу, да. Надеюсь, мы москвичи. Ой, блядь. Вот это страшно. Гле. Ну, естественно. Канон. Да. Удивительно, такие разные, но один и тот же человек. Неплохо. Факт.
Еще и от Ахмеда. Да блин! Второй раз! Блин, вот это было креативно так. О, нет. Он подбирается ко мне. Бля. На меня тоже. Я даже против не буду. А! Так мило. Отлично. Мистер Бист, мистер Бист в Антарктиде, 42 часа. Блин. О нет. Скрин, это скрин. Делай скрин. Ой. А говорили, лучше не будет. Пока можешь. Я выпустил свои легкие наружу. О, я тоже. О, боже. Подвигами и словами, блядь, я рожаю, все. Да с такого реально можно родить. Смешнее, блядь, рожаю, ничего уже не будет. Сука. О, как же круто, что именно у меня был ник скоро рожать. Сука. Я тебе понимаю, какая ирония. То есть он написал эту хуйню, и чисто так совпало, что ему выпало фотка с дедом, и после этого Ахмед еще эту хуйню написал. Кстати, тут реально одни художники. Максимов, Сахар, Анасиюника, Котор, Покич. Офигеть, вся банда в сборе. Тём, тебе пизда. Ему противостоит... О! Кто из них чемпион по угасанию души? Нет! Ну, блин! Кто бы мог подумать? И против него один из них получит звание чемпион области. Well, off to visit your mother. Нет! Только один. Да блин! Чемпион будущего. Я не знаю, что хуже. Yep, you're banned. О боже. Эти двое сражаются. Вот это имба. Чемпион среди это фьюжн, нет! Обычно же соединяются два лучших фактора, тут два худших соединения. Сатра, ты сори, но я по другим котам. А я Би, кстати. Это как смотреть в зеркало. Далее. Блин. Что это? Официально доказано, что стримы на канале Сатру Би, где Би означает бисексуал, повышает шанс развития рака легких на 1600%. Давайте посмотрим на результат. Энда, гони озвучку. Блять. Я говорю, будет тебя озвучить. Я тебе сказал, завтра. Завтра я гляну, что будет. Вы решите, бля, кто же чемпион среди нестрашных суперзлодеев. Ладно, второе смешное. О, бог.
Каждый из них получит титул. О, боже. Чемпион по долгам в университете. Я и сотрапил. Блять, ну конечно. Тренеры должны принять решение. О, а вот и подкрепление. Кто же чемпион среди напарников? Блять. Ты скоро нажать. I don't care about that. О боже, дрон Яндекса. Я уже, я знаю, что это ты нарисовал. Я тоже понял. Блин, какой чемпион, злодей, такой чемпион. И герой, собственно, да? Пора по щекотке. О, господи! Арсенал. Только в слове. Реально. Отлично. Один из них чемпион по влиятельности. А вот и следующее состязание. Бро. По пинкам под зад. О нет! Блять! О нет! Кто хочет бой? Решите! Какое невероятное! Как же он тупо выглядит, бля! И... Да ладно! О боже! И в итоге, блять, всех художников разъебал Тёма, который нихуя не художник. Тёма, тебе пизда, как ты там говорил.